друзья мои, добро пожаловать на кухню Тони. Многие мои друзья и знакомые знают, что я большой любитель итальянской кухни. Надеюсь, вы тоже. Поэтому сегодня я покажу вам рецепт, еще один рецепт, который я нагло сперла в одном из заведений, в котором работала. Это будут спагетти с беконом в сливочном соусе. Нам нужно 0,5 кг спагетти. Да, обязательно спагетти должны быть из твердых сортов пшеницы. Это обязательное условие. Варить спагетти мы будем, как сейчас модно говорить, альденте, то есть на зубок. Я на самом деле очень люблю спагетти именно на зубок, чуть-чуть не добавили. Для этого мы поставили большую кастрюлю с водой. На 0,5 кг спагетти у нас здесь где-то 3-3,5 литра воды. Воды нужно много, чтобы спагетти прям плавали. А вот. Варить, смотрите, я вам расскажу маленький секрет, как сварить альденте. На упаковке всегда написано, сколько варится спагетти. Вот у нас здесь 6 минут. Значит, вы варите их 5 минут. Вы варите их 5 минут и в процессе через 5 минут проверяете. Как проверять, я вам сейчас покажу. Значит, друзья мои, пока у нас водичка закипает, вот-вот, водичка подсоленная, я не помню, говорила я или нет, я вам расскажу, что нам понадобится еще. Еще нам понадобится 200 грамм сыра копченого бекона. Мы приобрели вот такой вот уже, который на слайсе или порезанный. Так будет и красивее, и проще с ним работать. И мы купили 150 грамм сыра пармезана. Любите побольше сыра, вы можете побольше. Сыр у нас 1/3 часть уйдет в соус. Остальное мы, остальным сыром мы посыпем уже готовое блюдо. И 500 мл сливок. Сливки берем не менее 20% жирности. Поэтому сразу предупреждаю, блюдо калорийное, но вкусное, потрясающее. Ну и, естественно, специи, базилик по вкусу, любые итальянские травы, орегано. Там, в общем, есть готовые наборы, продаются уже итальянские травы. Водичка у нас закипела, я переставила, пока мне так удобно. И мы опускаем спагетти. Ну, наверное, многие из вас знают, как это делать, но тем не менее показываю для тех, кто не знает. Потихонечку вот так вот, частично. Они становятся внизу мягенькие. И мы тихонечко вот так вот и проталкиваем сюда. Все остальное ложечкой. Хорошие спагетти, хорошая паста. Это может быть, кстати, не обязательно спагетти. Это тагиателле, лингвини, ну как бы любая ваша любимая паста с этим соусом. Хорошая паста, она очень быстро размокает, сравнительно. И понеслась душа в рай. Значит, все, помешиваем. Засекаем 5 минуточек. Варим. Пока варятся наши спагетти, мы, естественно, их регулярно помешиваем, мы займемся соусом. На самом деле, блюдо готовится достаточно быстро. Так, я переставила спагетти, да, ну, мне как бы сухие так лучше, и помешиваю их регулярно, и огонь там достаточно небольшой. Сковородочку поставили на огонь. Бекончик нарезаем вот таким вот образом, кубочками такими, небольшими. И на сковородочку всю эту песню отправляем. Бекон выбирайте по своему вкусу, более жирный или менее жирный. Я все рушу, как всегда. Все, бекончик нарезан. Очень просто, очень быстро готовится блюдо, на самом деле. И очень вкусно. Ну, как все ресторанные блюда, в принципе, да. Гости не будут ждать долго. Поэтому, соответственно, все блюда в ресторане готовятся достаточно быстро. Все. Слегка мы обжариваем. Обжариваем бекон мы до такого состояния, чтобы он у нас стал прозрачный. То есть не прямо выжарилось сало с ним, а вот он станет прозрачненький. А запах уже стоит, как всегда, на нашей кухне. Боже мой, всегда пахнет потрясающе. Приходите к нам постоянно, пойдем. Не забывайте подписываться. Я должна была это в конце сказать, но я еще и в конце напомню. Так. Тарелочку сюда, потому что раковина у меня занята, я заранее подготовила двух шлаг, на которые я буду спагетти наши откидывать. Помешиваем, не забываем про спагетти, чтобы они не прилипли к донышку. Некоторые добавляют в спагетти просыпать варки, ну, растительное или оливковое масло. На самом деле сделать не обязательно, потому что хорошие спагетти, они склеиваться не должны. Все,
Бекончик наш приобрел такой полупрозрачный. Что он приобрел? Консистенцию или что он сделал? Ну, в общем, он стал полупрозрачным. Теперь мы добавляем 500 мл сливок. И мы эти сливки, собственно, кипятим. Вот. Кипятим, они должны немножечко закипеть, покипеть пару-тройку минут. Мы продолжаем следить за спагетти, за временем, они у нас варятся всего 2 минутки еще. Так. Ну и ждем. Смотрите, одну пасточку, что у вас там будет, спагетти, талители, лингвини, достаем и надкусываем. У нас, вот поближе ее, она еще не готова. Она еще не готова, она прям хрустит. А должна чуть-чуть прозрачненько внутри, прям капелюшечка остаться. Поэтому мы продолжаем варить. У нас 4 минуты, нет, это даже 3 минуты прошло, еще 2 минуты, и мы вот так вот постоянно проверяем. Так, да, сливочки чудесным образом кипят. Соус на самом деле практически готов. Теперь одну третью пармезанчика как что я с ним сделала, натертого. Терла его сама. Пармезан у нас, который не очень твердый. Добавляем и продолжаем чуть-чуть кипятить наши сливки. Тоже это занимает буквально полминутки. Через полминутки мы добавим специи. Покипело буквально это полминуточки даже. И мы добавляем специи, как я уже говорила, добавляем по вкусу. У нас здесь итальянские травы. И у нас есть свежий базилик. Хотите, добавляйте зеленый, хотите такого вот цвета, как он там устроит. Серебряненький. В общем, мы нарезали меленько его сюда. И еще буквально минуточку вся эта песня варится, кипит, и все. И займемся нашей пастой. Ай, сейчас еще достаем горяченько и проверяем, что у нас там. Ну, откусываем. Оно маленькое, крохотное белое пятнышко. Все, и очень-очень-очень-очень быстро всю эту песню откидываем на дуршлаг. Если вы... Сейчас, подождите, я повернусь к вам лицом. Если вы, мои дорогие друзья, хотите, чтобы ваша паста и осталась альденте, вы ее обязательно охладите, то есть холодненькую водичку. Если вы хотите, чтобы она дошла до готовности, оставляем горячую, отправляем назад. Скажите мне, Господи, Боже мой, в кастрюлю. Так, друзья мои дорогие, у нас готова паста. Есть два варианта подачи этого блюда. Смотрите, есть вариант пасту положить, сверху полить соусом и посыпать сверху пармезаном. Есть второй вариант. Пасту отправляем мы в соус. Пару минут в этом соусе она кипятится, на тарелку и пармезаном посыпаем. Второй вариант, если вы будете кушать прямо сейчас. Первый вариант, естественно, если вы планируете, там, например, ждете гостей, мужа с работы, это, соответственно, если попозже, чтобы паста, ну, не раскисла, не впитала в себя слишком много соуса. Собственно, сервирую лично я, это делаю вилкой и ложкой. Вот таким вот образом набираете эти. Что ж такое, не хочет она мне столько, сколько нужно. Красивенько на тарелочку. Поливаем соусиком. Соус, конечно же, мы добавляем к каждому по вкусу. Это пахнет потрясающе, это выглядит очень аппетитно, это очень вкусно. Пармезанчиком тоже по вкусу. Зовем своих близких к столу, радуем себя, своих близких. Не забывайте подписываться на наш канал, обязательно ставьте лайк. И скоро увидимся, пока-пока! Не видно? Так видно? А так? А так? Нет. А вот так. Поэтому таким вот образом. Оп! Хать! И еще раз дубль два на пахах.